Ну что ж, дорогие друзья, седьмая серия игры Assassin's Creed Brotherhood. Brotherhood почему-то говорю Revelation, конечно же Revelation. Ребят, в предыдущей серии мы узнали, не скажу что, ссылку найдете в описании, но, по-моему, в бараке завелась крыса. Так что заходите в плейлист, смотрите предыдущие серии. Всем приятного просмотра, чай, кофе, сразу запиливай лайк. Не забывай подписаться на канал. Напоминаю, что все стримы сейчас идут на платформе Vast. Ссылочку найдешь внизу в описании. Поехали. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Параллельно надо не забывать качать наших ассасинов, понимаете? Надо помнить, что ассасины у нас крепнут, как и крепнут, в принципе, враги. И если мы забудем про наших ребят, то эффект может получиться очень и очень прискорбный. У нас их просто начнут убивать. Янычары очень сильные, очень жесткие и очень по многу сносят ХП. Но, кстати, да, искусственный интеллект у них уже более чем развит. У этих ребят, потому что даже по мне они очень жестко продамажили. Очень жестко. Это же очень... 60 тысяч монет. Ой. 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 Бывает, бывает такое. Бывает, братцы. Бывает, но вы не расстраивайтесь. Чёртовы уличные артисты. Не упал, кстати. Сраные придурки. Иногда чужие... Какой идиот. Ассасины. Классные ребята. Не очень-то приятные зрелища. Карма полностью отмыта. Не карма, а репа. Прошу прощения. О-хо-хо-хо-хо-хо. Подром. Давайте попробуем залезть, но вроде как у нас все должно прекрасно получиться. Пока парень там лазит, давайте мы пока дальше пойдем. А вот все не так просто. Оп! Великолепно. Шикарно. Так, и нам открылся какой район, я прошу прощения? Это нам открылся район... Угу. Понял. Понял, принял. Спасибо, ребята. Кто в избранные, добавляет канал на базе. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я не могу это сделать. Ничего не получится. Не
не староват ли он для такого? Животное. Подождите-ка. Подождите-ка. Знакомое место. Не правда ли? Не правда ли? Знакомые места. А вот теперь выслеживаем. Не понял, откуда они меня видят, если честно. Да ладно. Он видит. А ну ёпта, не гони. Убрать. Ушел. Тихо, а не ты ли? Опа! А вот и два друга. -2. Давай, иди сюда. Сюда! Ай, молодцы! Уважение! А вот и наша. А вот и мои ассасины. И моя новая база. Сразу два капитана, просто сразу. Как с куста. Во-первых, мы делаем вот так. Видите, повезло в этот раз мне. Не то, что в той серии я там тупил. А вот и наш новый форт. Так. Поехали. Вы можете завербовать двух новых ассасинов. Задание выполнено, выполнено. Ветеран. Мастер-ассасин. Ой-ой-ой. Какая прелесть.
Давайте эту даблу сделаю византийском. Так. Забыл отправить, прошу прощения. А теперь вот сейчас будет интересно. Не потянут, да, наверное? Потянут? Аж так. Действуй, брат. Полностью все здесь вообще доделаем. И вот здесь вот рядышком, прям рядышком стоял еще один ассасин новый. Прям вот рядышком, вот здесь. Эй, постойте, можете помочь? Да. Что беспокоит тебя, Амико? Тут какая-то сумасшедшая насылает на людей проклятие. Я сам видел. Проклятие? Ну, не совсем. Это старые византийские монеты. Ремальц. Она подсовывает их людям в карманы тайком, и мне все это совсем не нравится. Погоди пока тут. Пойду посмотрю. Это кто это у нас тут такая? Гадалочка? Ну-ка. Кто же это у нас тут такая? Вор, тебе не уйти! Стража! Ферма, стой! О, какая удача! Я не хочу участвовать в этом! А, поймать надо именно. Я уж обрадовался, я думал, надо убить. А я уж обрадовался. Я чем-то вас рассердила? Никакого уважения к собственности. Виноват, виноват. Вор, тебе не уйти. Стража! Ферма, стой! Дерьмо! Это что еще такое? Я слышу звон! Это деньги! Забавное занятие. Подсовывать негодные монетки мужчинам в карманы. Тебя не ловили за эти? Ни разу. Хотя иногда я и сама крала деньги, но только чтобы прокормиться. И не надоело тебе это? Лучше присоединись к ассасинам. Мы за правое дело. Хм. Да, наверное, это будет лучше, чем интересно. Жить только для себя. Да, я буду с вами. Добро пожаловать. Я, если честно, думал, что это будет мужик. Что это было? Неожиданный поворот. Латифа Сехер. Мой сладкий сахар, да, короче, я понял.
Ну что ж, давайте мы ее сразу же и отправим, да, наверное. Пусть качается. Умница, умница, дочка. Так, она у нас... Девочка на балансе, да, на неплохом. Ага. Ага. Окей. Давай-ка мы тебя пока с простенького, да, наверное, начнем. Качайся. Так, а здесь, по-моему, я деньги брать не могу, да? Мне нужен банк именно. По-моему, мне именно в банке нужно брать. Или здесь где-то. Подождите, нет, здесь должен быть сундук. Или... Не-не-не-не, банк. Здесь изготовление. Так, окей, сейчас если увижу банк. Сейчас он мне где-нибудь попадется, ребят. О, да ладно. Такая удача. Да ладно вам. Еще одна зона. А, нет, это просто запретная зона. Понял. Карра, нити наших судеб переплелись. Два итальянца, которых занесло на восток. Вы чувствуете силу магнетизма? Мадам, мой штуцер! Вам точно нет места. Готов к бою? Отвяжитесь. Он пристает к вам, София. Простите, мессер, но мы с этой Донной... А, и дьявола имперсона! Назад! Дучо, ну здравствуй. Бегите, Буанадонна! Бегите прочь! Кто это был? Он Кане. Он когда-то был помолвлен с моей сестрой. Знакомые люди. Ведь его Кацу сватался еще к шести. Еду, Ганя. А что привело вас на пристань? Да вот, зашла с работы забрать посылку. Но мне сказали, что у капитана что-то не так с бумагами. Вот стою и жду. Кисса-катура, тут и весь день проторчишь. Может, и не придется. Я знаю, как можно обойти правила. Серьезно? Сей. А ты не верил? Я потом зайду к вам в лавку. Серьезно? Так. Есть у меня здесь секретный погребок. София Сартер. Перфетто. Легчайше. Не надо, парни, не надо. Мои братья умерли. Не рекомендую.
Ищем еще одного ассасина. Я специально даже пробегусь. Возможно, где-то кто-то еще нарисуется. Давайте посмотрим в этом районе, может быть, что-то не куплено. Нет, здесь все более чем прекрасно. А вот в правом крыле... А вот в правом крыле можно было бы и прикупить. Подождите-ка, давайте сразу его найдем. Может быть, вообще они на карте отображены? Если честно, не наблюдаю чувака с точечкой. Нету, ребят, пока что нету. Там должна быть такая квадратик и точечка. Может, я, конечно, в глаза долблюсь, но пока не вижу. Ладно. А может быть, да, мы миссию выполняем. Надо миссию, наверное, сдать. Да, вы правы. Как он это делает? А вот так. Да! Впечатляет. Что это? Но я лучше не держаться себя подальше от стражи. А тем временем базы-то все захватываются и захватываются. Опа, ребята вернулись с задания. Чему я безмерно рад. Все, по-моему, даже, кстати, живы. Все живы и все... Оп. Оп. Опа. Все живы и все здоровы. По-моему. Привет, Эдсо. Ну как? Мадам Иджелла, София Сартер, Либрая, Константинополь. О, боже. Только взгляните. Они что, от пиратов ей отбивались? Ну, вроде неплохо. О, правда красота? Это копия карты Мартина Вальдза и Мюллера. Видите? Новые земли, описанные мессером Америго Веспуччи. Бедный Христофор Колумб. Как ведь повернулась история? Что вы скажете об этом водном пространстве? Может, новый океан? Все мои знакомые ученые считают, что Земля больше, чем мы думаем. Инкредибели. Чем больше мы узнаем о мире, тем меньше мы о нем знаем. Что ж, вы сдержали слово, и я не останусь в долгу. Если все верно, это укажет вам, где находится первая книга. У меня голова кругом идет от мыслей, что я увижу эти книги. Утраченные знания непременно должны быть возвращены. Не прокатило. Может быть, я сама отпечатаю несколько копий. Полсотни уже было бы неплохо. Перкериди? Простите. Приятно видеть такое благородное стремление. Это вдохновляет. Ну надо же, откуда это у вас? Грация, София. Я вернусь. Так. Оу! А вот и еще один ассасин. А ну-ка, 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 ну-ка. А давайте-ка мы за ним сходим. Оу. Айн момент. Айн момент. Отлично! Почти как по-настоящему. Брось его. Я вообще не здешний. Сражайся за правое дело, Аркадашим. А не только за жизнь. Если я смогу помогать другим, как ты помог мне, хорошо. Еще одна девушка-ассасин.
кино было оправдаться. Селим очень приятно видеть. Селим связал свои раны и собрал сильно... А не банк ли это? Нет, это вышка, которая стоит даже 60 тысяч, все правильно. А теперь ассасинов целых три. А теперь их целых три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Странное ощущение, что мне на самый верх. Мне кажется, я ошибся. Зря так высоко лезу. А может быть и не ошибся. Нет, он внизу все-таки стоит. Ну, их 6, да, но я имею в виду трипла. Ну, вы поняли, три пары. Ребятки, по-моему, все-таки внизу. А что будет, если залезть на самый верх? О, нет, в самом верху. Нет, я не ошибся ни в коем случае. Никола Пола спрятал у Айя Софии книгу, в которой могут быть подсказки относительно местонахождения ключей Масиафа. Найдите ее, руководствуясь символом Пола. Опа! Понял. Так, ну отсюда мы не прыгнем, а то мы разобьемся. Но задача предельно ясна. Хотя... С чего это мы... Можно было, в принципе, на парашюте, но... Парашюты лишний раз тратить тоже такое. Здесь недолго залезать. Не, парашюты, ребят, надо поберечь, а то могут где-то пригодиться, и их просто не будет. Так. А вот и оно. Потайная пожилая книга. Ну что ж, поздравляю нас с первой. Бежать мне теперь. Обижать. Если честно, я бы вот сюда бы вот забежал. С вашего позволения, отца, я так и сделаю. Ага, метку да я не поставил. Я бы вот все-таки вот сюда бы забежал. Банк. Во-первых, бы я там нормально прикупил все. Всего. А во-вторых, давайте вот так вот сделаем. Одиннадцать тысяч, ребята, я напоминаю то, что арбалет стоит 18 тысяч.
Я думаю, что если так вот дальше пушить, то проблем с деньгами вообще их не будет. От слов совсем. Стоп. Я внимателен. Где-то снутри, да? А, это крытый рынок. Это на тот, который я в тот раз не попал. Это не опасно? Я понял. Вы мне тогда сказали. Я помню. Спасибо, ребята. Ого! Великий визирь напоминает гражданам, чтобы они хорошенько присматривались. Давайте-ка пройдемся. А ну-ка. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Пять из 15. Я бы с большой радостью на самом деле открыл. Да, конечно. Плюс новый парашют и пояс для ножей, конечно. Покраска одежды. Слушайте, а мне синенький вот такой вот нравится, ребят. Вам какой больше нравится? Ой, кто же красивый, очень белый. Вот тот беленький был прикольный. Вот этот мне очень нравится. Вот такой. Пойдет. Так, выходим. Привет. А здесь еще у нас один, смотрите, есть. Опа. Наверное, арбалет пока подождет, да. Арбалет пока что подождет. Пока что. Скупаем просто все подряд. По 5000 каждые 20 минут мы теперь получаем. А что у него продается? Оу. Да ладно. Пока нет. Пока нет. Пока что. Ключевое слово пока. Что? Так, вот здесь меточку мы убираем, чтобы она не мешалась. Так, здесь меточку убрали. Ну и, собственно, прямиком теперь нам нужно в любой, я так понимаю, этот, да, прыгнуть в портал. Ближайший портал у нас. А почему здесь так много не открыто? Смотрите, кузнец, здесь целый район у меня не открыт. Непорядок. Что это я так не усмотрел-то? А ну-ка. Похоже, еще один тупица. Ну что? Пойдем, докопаемся до ростовщика. Такое не каждый день увидим. Вот за первый... Ха.
Пойдем, говорит, докопаемся до ростовщика. Найс, пацаны. Красава. Да ладно, это на рынке? Нет, это не на рынке. Да, это на рынке. Рынок-то огромный. Можно вход, пожалуйста? Пусть увидят ад, который... Ой. Ой. Шесть тысяч. Я думаю, сейчас нужно стопануться. Пока что. А вот теперь вот можно и побежать уже по квесту. Вот сюда. Телепорт. Стоп. А чё это я так пробегаю-то? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А у нас там еще и ветераны. Ой, как хорошо-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас здесь лютые ребята собрались. Александрию наш, кстати, забрали, ребят. Давайте мы сделаем теперь Александрию, да, допушим вообще полностью. Я думаю, что в Александрии у нас пусть работают новички. Правильно? А мы пока потихонечку пойдем Алжир забирать. Слушайте, они, наверное, должны у меня забрать Алжир. Да они его стопудово заберут. На 100% прям будем отрабатывать. Так, отжимаем город. Ну, а этого просто в Афины, я думаю, куда-нибудь вот так вот мы отправим. Пусть тоже немножко подкачается еще. Заодно бабосиков, кстати, принесем. Я не встречал, вот вы мне подскажите, вот это кладбище или нет ассасинов? Ассасинов, это городское кладбище у них такое или нет? Я замечаю уже очень давно то, что я не вижу кладбищ в городе. Может быть, я просто невнимательный? По-моему, вот это у них как кладбище считается. Интересно. Да. А, это мусульманское кладбище. Буду знать, ребят, спасибо. Не знал. Ни разу, ну, не обращал внимания даже, как выглядит. Хотя нет, наверное, знал, но в нынешнее время, то есть вот, ну, в наши дни. А вот как выглядели тогда кладбище, вот это вот, буду знать, ребят. Я думаю, многие тоже что-то новое для себя открыли. Так, поехали. Давайте-ка вот сюда забежим. Дайте городу. Чуть-чуть себя популярность эту снимем. Библиотека не моя. Порядок. А где она? Какие вульгарные сыпани. У меня есть очень изящные... А где она? Очень интересно. Кто-нибудь видит? Неужели наверху? Да не верю.
Да ну не может быть. Да ну ладно. А, да. А, это книга, все правильно. Все, 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 я понял. Опа. Поехали. Сразу, с первого раза. Шикарно. Она прям, смотри, ее просто ищешь. Плюс 400, кстати. Слушайте, а следующая случаем не на башне ли она? Или внизу? Нет, наверное, внизу. Если вы не жаритесь надо мной, я пойду. Нет, не внизу. Полезли. Полезли. Портному надо забежать, надо обязательно парашюты докупить. Кстати, плюс 7000. Легкие вообще. Да, вот такую бы башенку нам забрать. Обалдеть, это не башня, это целая цитадель. Собственно, и она. А вот здесь какая-то серьезная. Опа. А вот здесь надо будет попотеть. Там стрелочка показывает наверх или вниз. Что, спасибо. О, наша любимая. Головоломочки, головоломочки. Так, соскучились. По крайней мере, за себя точно скажу, что соскучился по ним. Осмотрите башню, но будьте осторожны. Ловушки, может быть. И как всегда, все очень близко. Слишком близко, все слишком просто. А вот она прям где-то вот здесь. Во-во-во-во-во. Тихо, 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 нормально. Но. Нормально, нормально. Нормально. Я так и планировал. Ну или почти так. Как вам сказать? Ну, не то чтобы так, но... Давай!
по канату. Обалдеть. Да, эта книга просто так не дастся. Нет, все не так просто. Не достать. Думай. Вижу. Понял. Не понял. Понял. Нафиг. Давай. На тоненького. Спокойно. Спокойно. Да ладно. Давай! Обалдеть. Давай. Я бы лайк поставил за такую серию. Это шикарно. Но это еще не все. Это еще не все. О-о-о, сейчас будет весело. Нет! Мать твою, давай, родной! Я очень близок к цели. Да ну нет, ну хорош! Да нет! Да нет! Да-да, ёпта! Не пойму, где она. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Стой, камера, не надо. Не дури. Хорошо. Пошел. Хорошо. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Камера, не надо. Не мороси. Так. Допустим. Пошел. Меня аж здесь профризило, даже на моем, блин, компе. Так. А дальше? А
дальше. Ну это просто охренеть можно. Пошел. О, да. Тысяча 600. Это было круто. Мое почтение, с первого раза. Ровно прям в серию уложились. Это просто круто. Два из пяти ключей. Блин, мы почти за 6 минут успели. Почти. Почти. Çok fazla çalışıyorum. Bütün gün kutu taşıyorum ve akşamları babama. А мы никак не можем их остановить, граждане! Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю на этом серию окончить. Не видать тебе моего золота, вор! Громилый! Стыд, безумцы! Стыд, стыд! Так, одну секунду. Что здесь какой-то негатив попер. Какой-то глашатый с яйцами. Ну что ж, дорогие друзья, получилась очень интересная серия, в которой мы с вами просто попрыгали, побегали и достали новую штучку, которая поможет нам прийти и достигнуть, наверное, истины. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, привет Ютубу, не забывай то, что стримлю я на платформе Vast. Не забывай подписываться также на наш телеграм-канал Hard Inside, ссылку также найдешь внизу в описании. Там все новости, когда я начинаю стрим, когда заканчиваю и так далее и тому подобное. Всем удачи, всем пока, с вами как всегда был я, Леха, и канал Hard Games.